Я вот хотела просто такой найти кулон антикварный, такой, знаете, вот с камеей. К сожалению, у нас давно не было новых поступлений антикварных украшений. Очень жаль. А вы не знаете, вообще в городе много ломбардов? Знаю, 4. Я занят. Я на минутку. А, это вы. Добрый день, да, проходите. Удалось вас все-таки затащить в театр. Да не по своей воле. Да вы, наверное, уже в курсе. Да-да, мы здесь все в шоке. В шоке, да. Да, в шоке. Но вы, конечно, ничего не видели или не слышали. Нет, ну откуда? Я был на спектакле. А. На спектакле? На спектакле? А что вы делали после спектакля? Здесь работал допоздна. А при чем здесь я? В качестве тупого орудия для нанесения повреждений могут быть использованы самые разнообразные предметы, такие... Интересуетесь? Новая постановка. Преступление и наказание. Я вам рассказывал, и я хочу, чтобы все было очень... Да. Натурально. Да, я припоминаю. Так значит, алиби на вчерашний вечер у вас и нет? Почему нет? Есть. Я давал интервью журналисту Ашурков. Можете у него спросить? Я спрошу. Хорошо. Ну, всего наилучшего. Да, до свидания. Всего хорошего. Черт. Пожалуйста, а вот у вас нет, случайно, чего-нибудь еще? Вот меня интересуют старинные драгоценности. Вам серьги, кольца, броши? Ну, я бы посмотрела броши. Знаете, что это? Точно такая же брошка была у моей покойной бабушки. Сколько она стоит? 50 тысяч. Да вы что? Это очень дорого. Ну, знаете, не я устанавливаю эти цены. А кто вам ее принес? Может быть, я могла бы договориться с этим продавцом? Какой-то мужик. Но вы все равно не договоритесь, потому что она принадлежит нам. Будете брать? Да нет, к сожалению, не буду. Скажите, а вот у этого мужика есть, может быть, номер телефона или адрес? Может быть, у него есть что-то подобное? Не знаю. Алло, Родион Сергеевич, здравствуйте. Это Марина. Как какая? Майская, конечно. Я сейчас нахожусь в ломбарде на Комсомольской. Как? Вы должны срочно приехать прямо сейчас. Что значит вы не можете? Как это так? Вообще-то это вы ведете это дело, а не я. Извините, мы закрываемся. Ладно. Знаете что? Эта брошь находится в розыске. И сейчас сюда едет следователь. У меня нет адреса. Но у меня есть телефон.
Давайте. Коллекторское агентство «Голиаф». Добрый день. Добрый. Вы знаете, я взяла кредит в банке. Тут такая вот ситуация. Дело в том, что мое дело, видимо, переводит к вам в агентство. Я должна с кем-нибудь посоветоваться. Ну, приезжайте в офис, поговорим. Да-да-да. А где вы находитесь? Это такое голубое здание рядом... Территориально, я имею в виду. Здрасте. Здравствуйте. Привет. Ну что? Все собрала, как ты просила. Даже у девчонок в гримерном парик взяла. Ты моя волшебница. Спасибо тебе большое. Расскажешь потом? Ну, потом обязательно, конечно, расскажу. Здравствуйте, Марина Леонидовна. Распределение новое. Здрасте. Здрасте. Новое распределение. О! Марина, тебя тут нет. Нет. Нину, этот режиссер, он просто сошел с ума. Ты же так этого не оставишь? Нет, я этого так не оставлю. Но позже. Сейчас мне пора бежать. Все, спасибо. Нет, он действительно просто сошел с ума. И вообще, что он себе позволяет? Понимаете, я попала в такую трудную ситуацию. Знакомый меня пугает всеми этими ужасными историями о коллекторах. Вот я просто хотела узнать, а что, собственно, будет, если я не успею выплатить кредит вовремя? Напрасно вы верите всяким россказням. Мы мирные люди и всегда готовы на компромисс. Ну вот, честно говоря, я тоже так подумала. Понимаете, я же не могу вам отдать свою квартиру, правильно? Где же я буду жить? У меня, конечно, остались всякие там фамильные драгоценности. Может быть, я могла бы ими расплатиться. Но это я так на всякий случай интересуюсь. Но мы это не приветствуем. Но иногда для особых клиентов... У нас как раз на днях был такой случай. Что, прямо на днях? Да. Один клиент в банке взял... Кредит отдать не смог. И расплатился с нами бабулиными драгоценностями. Что вы говорите? То есть, хотите сказать, что у меня есть шанс? Ну, я думаю, мы решим вашу проблему. Ой, вы меня успокоили. Спасибо. А я уверена, что драгоценностями Елены Павловны с коллекторами расплатился именно муж Нины Васильевны. Хочу вам напомнить, что муж Нины Васильевны попал в СИЗО за день до ограбления. Я помню. И меня это смущает. Но я все-таки советовала бы вам копать именно в этом направлении. Не помню, чтобы я нуждался в ваших советах. Хорошо. Тогда я сама буду искать. Дерну еще раз этих коллекторов. Да не лезьте вы в это дело. А вы не можете мне запретить. Это я к вам пришла. Это я вам дала столько зацепок. О, Боже. Аня, что случилось? Алло! Ой! Ну, вообще, Марина Леонидовна, вы легко отделались. Не то, что машина. Жалко, я ведь только сегодня ее забрала из ремонта. А вы в курсе, что за рулем по телефону говорить опасно? Теперь благодаря вам в курсе. Как себя чувствуете? Решили проявить участие? А как же ваши неотложные дела, из-за которых вы отказались ехать в ломбард? А вы со всеми такая колючка? А вы с какой целью интересуетесь? Ну что, теперь в больницу? Сделаем снимок. Нет, спасибо большое. Я в полном порядке. Тогда все. Берегите себя. Угу, спасибо. Ну, я сама.
До свидания, доктор. До свидания. Берегите себя. Не, ну на запчасти сгодится. Хотя в хороших руках, может, еще даже поездить. А вы первый день за рулем, да? Слушайте, оставьте меня в покое. Так, Коль, давай ты жди эвакуатор, а я даму отвезу до дома. Я вас об этом не просила. Ну, раз уж я все равно бросил свои неотложные дела. Можно? Решил вам не звонить. Вот решил зайти лично. Я по поводу вашего алиби. Я присяду? Да-да, конечно. А, я его подтвердил. Хотя чертовски не люблю врать. И представьте, следователь поверил каждому слову. Я перед вами в толку. Просите, что хотите. Я знаю, что у вас попросить. Ну, во-первых, интервью. А. Ну, а то господин следователь запросит, а у нас с вами его нет. Никаких проблем. Нехорошо, получилась беда. А во-вторых, мне кажется, вы предвзято относитесь к Майской. Вы это о чем? Ну, ее нет в распределении вашей новой постановки. Мне кажется, вы должны дать ей роль. Это она вас об этом попросила? Нет. Это я вас об этом прошу. Хорошо, пускай выбирает любую роль, какая ей нравится, и приступает к репетиции. Это все? Мне кажется, что вы должны об этом сообщить сами. Прямо сейчас. У вас же есть ее телефон? Как же вы с такой гулей играть-то будете? Не беспокойтесь. Новый режиссер не собирается меня задействовать в своих новых постановках в ближайшее время. Алло? Марина, это Вишневецкий. Чем обязана? Ты знаешь, я здесь подумал и решил, я был неправ. Выбирай любую роль, какая тебе нравится, и приступай к репетиции. Подсчитал будущие убытки и решил, что без меня не справишься. Так, ты согласна или нет? Нет, мне подачек не нужно. И вообще, мне сейчас не до тебя. Пока. Проходите. Так вот, я говорю, что он просто как две капли воды похож на мужа Елены Павловны. Я закрою. Понимаете, это означает, что с головой у нее полный порядок. Понимаете? Да. Проходите. Я просто думаю, что вам нужно обязательно найти и допросить этого человека. Садитесь. Значит, во-первых, я никому ничего не должен. Во-вторых, найти и допросить на каком основании? Он что-то нарушил? Нет, ну, понимаете, он так на него похож. Секундочку, похож. Ну и что? Он не сделал никому ничего плохого. Может, вы тоже на кого-то похожи? Да? На кого? Так, вам надо сделать компресс. Кухня там, да? Да. Мне просто кажется, что муж домработницы все-таки замешан в ограблении. Понимаете, ну как-то странно получается. Ни с того, ни с сего. Вдруг решил стать хулиганом.
Напился, подрался, а потом какой-то другой мужик заплатил долг коллекторам, драгоценностями Лен пал. Спасибо. Ну, давайте последний раз с самого начала. Когда вы отвезли на дачу Лен пал? 3-го. 3-го. А его взяли 2-го. 2-го, Марина, я проверял. 3-е? 2-е. Нестыковочка. А может... Уже перестанете лезть в это дело. Доверитесь профессионалам. Но у вас ведь нет ни одной зацепки. Все, до свидания. Как до свидания? Но мы же с вами прорабатываем версию. Ну и пожалуйста. Вы представляете, у нас в театре сейчас ставят «Преступление и наказание». И главный режиссер решил, что Порфирий Петрович должна играть женщину. Остроумно. Не то слово. И мне вот как-то надо вжиться в роль. Поэтому я и хотела попасть в СИЗО. Может быть, пообщаться с заключенными. Наталья Марковна, я так вам благодарна. Если бы не вы, я бы никогда сюда не попала. Ой, да ладно вам. Вот контрамарочку мне сделайте на спектакль, и будем квиты. Конечно. Я же с детства театр обожаю. Скажите, а вообще много народу здесь сидит? Ну, по-разному бывает. В основном из-за мелких правонарушений. А вот так, чтобы вот за драку или вот за разбитую витрину кто-нибудь сидит? У меня просто у знакомой недавно мужа забрали. Я подумала, может, он здесь? Как фамилия? Корешков Дмитрий. Так, секундочку. У нас среди задержанных Корешков есть? Да, 3-я камера. Хотите пообщаться? Ну да, заодно, так сказать, от жены привет передам. Проходите. Спасибо. Добрый день. Добрый. Проходите прямо. Нина Васильевна очень волнуется. Говорит, что никогда такого не было, чтобы Дима хулиганил. Напился сильно, вот и здесь теперь. Значит так. Я вчера разговаривала с человеком из коллекторского агентства. И он мне сказал, что вы расплатились с ним краденными драгоценностями. Я не крал. Тихо. Я все знаю. Скажите мне все, как было. И тогда я помогу вам с адвокатом. Думал, 15 суток получу, а тут, видать, по полной сяду. Надеялись в СИЗО обеспечить себе алиби. Кому вы отдали ключи от квартиры Лены Павловны? Коллекторам. Да. Родион Сергеевич, можно? Здрасте. Я позвонила Наталье Марковне и напросилась вместе с ней в СИЗО. Там мне удалось переговорить с Дмитрием, с этим самым. Оказывается, что он действительно был замешан в ограблении, но грабил не он, а коллекторы, которым он передал копию ключей. Вы что, совсем с ума сошли? Вам кто позволил допрашивать последствия? Это что, игрушки, что ли, театр? А что вы на меня кричите? Я же за вас сделала всю работу. Вам остается только снять показания, найти эти драгоценности и закрыть дело. Какую работу? Вы не имели права пользоваться своим знакомством с начальником УВД. Вы что о себе возомнили вообще? Вы кто? Вы кто? Миссис Марпл? Вы ее в театре, что ли, играли? А мне еще рано играть такие старушечьи роли. Я просто хотела вам помочь. Вы мне очень поможете, если вы не будете лезть больше в это дело. Ясно? Понятно. Милочка! А здороваться ты разучилась? Здрасте. Ты фряном делает козьи морды. Я что-то пропустила? Говорят, Вишневецкий от нее без ума. Ну, он от каждой юбки без ума. Это идиотка в курсе? Ну, и пока нравится ее особое положение. Будет себя так вести и допрыгается. Вы знаете, по-моему, очень приличное интервью. Очень.
часть его мы дадим в рамках моей программы на радио, а часть разберем в интервью в газете. И таким образом мы пропиарим вас два раза. Ну что ж, я прощу. Григорий Александрович, а можно вопрос? Не под запись. Да. А зачем вам нужно было алиби вечера убийства? Это мое личное дело. Если у вас все, то я пойду. Нет, не все. Я бы хотел посмотреть репетицию. Через полчаса в зале. Хорошо. Память, она очень умная. Актеров, умная. Занятых в репетиции преступления и наказания, прошу на сцену. Да я тебе серьезно говорю, Глафрешис, наша Лизка Роман, она уже ведет себя как звезда. Вот сучка. Значит, поэтому Вишневецкий снял меня с роли. А я-то дура на Сонечку губу раскатала. Если она даже майскую подвинет. А ее богатый папик знает, что она наставляет ему рога? Пришибет ведь обоих. Вот смех-то будет. Всем привет, кого не видел. Здравствуйте. Добрый день. Ну что, приступаем к репетиции? Нет нашей главной звезды, Лизы Дубовицкой. Видимо, особого приглашения ждет. А где она? Я не знаю, я всех пригласила по громкой связи. Ну так сходите за ней. Хорошо. Нашли мне тоже девочку на побегушках. Где мне ее искать? Звезда, блин. Для ваших лет просто прекрасно. И выглядите совсем по-другому. Да. Спасибо, доктор. Я открою. Здрасте, Мариночка. Лена Павловна. Как я рада. А у меня для вас такая новость. Я нашла похитителя драгоценностей. Этот человек находится в СИЗО, и следователь им займется. Ну, вот видите, я был прав, никакой мистики. Теперь-то вы успокойтесь, да? Лев Антонович, все благодаря Мариночке. Теперь я знаю, кому завещать свое добро. Лена Павловна, опять вы за свое? Нет, я все решила. Ой, извините. Вера. Алло, да. А что с голосом? Что? О, Боже. Да, я сейчас еду. Что такое? Ничего страшного. Спектакль заменили. Мне нужно будет срочно ехать. Конечно. Ну, я могу вас подбросить. Да, спасибо. До свидания, Лена Павловна. Всего доброго. Лев Антонович, да. Я не хотела говорить при Лене Павловне. У нас сегодня в театре напали на актрису. Кошмар.
Она, слава богу, жива, просто находится без сознания. Но вы же знаете, что несколько дней назад у нас прямо рядом с театром убили женщину. Ну, в общем, да, да. Что странно, обеих ударили сзади по голове чем-то тяжелым. То есть проникающая черепно-мозговая очень похожа на почерк маньяка. Кто из вас и когда в последний раз общался с пострадавшим? Ну, она утром приехала в театр, вся такая... Какая? Ну, даже не поздоровалась толком. Да, Олечка? Да, 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 да. Кто еще? Что? Я ее со вчерашнего дня не видел. Я могу поклясться чем угодно. Нападение в театре. Убийство около театра. Боюсь, что это как-то связано между собой. Хорошо, спасибо, все свободны. Господин следователь, можно вас на минуточку? Я хочу сделать заявление. Дело в том, что я тогда при встрече вам соврал. В тот вечер, когда было убийство возле театра, я не брал интервью у Вишневецкого. Он очень попросил меня помочь ему с алиби, и я зачем-то повелся. Ну, теперь я не хочу быть соучастником. Я знаю, что вы не давали никакого интервью Ашурку. Где вы были вечер убийства? И советую на этот раз говорить правду. Я был здесь. Один? Нет, с Лизой. Мы репетировали. С Лизой? Это на которую сейчас напали? Да-да-да. Ну, я здесь ни при чем. Репетировали? Что это значит? Господи, ну вы должны понимать. Я не понимаю, объясните. У меня слабость к молодым красивым девушкам. Лиза мне приглянулась. Мы здесь всю ночь репетировали. А почему вы сразу не сказали правду? Ухажер Лизы какой-то местный олигарх. Я не хотел подставлять девочку. Ну я не убивал. Я не нападал, ну честное слово. Я проверю ваши показания. И мой вам совет. Не пытайтесь уезжать из города. О, Родион Сергеевич, здрасте. Опять вы? Что значит опять я? Я актриса, это театр, я здесь работаю. Я слышала о том, что случилось с Лизой. Это ужасно. У вас уже есть подозреваемые? Ваш главный режиссер. Вишневецкий? Нет, он не мог. Откуда вы знаете? Вы с ним знакомы вообще? Он был моим гражданским мужем. Давно. Я его хорошо знаю. Он многое что мог, но вот на это он не способен. Это кто-то другой. Очень интересно. До свидания, Мария Леонидовна. До свидания. Можно?
Что, пришла глумиться? За кого ты меня принимаешь? Господи, дернул меня черт! Приехать в этот город от несчастья! Выпьешь? Нет. И тебе не советую. У тебя должна быть ясная голова. А то все подумают, что действительно это ты. Ты же понимаешь, что я здесь ни при чем. Я понимаю. Но мне тоже есть что вспомнить из нашей бурной молодости. Так, скажи, какие против тебя есть улики? У меня нет алиби. Точнее, нет, оно есть, но... Дай угадаю. Опять женщина? Ты в своем репертуаре. Прости меня. Прости меня, я... Я знаю, что я делал. Тебе тогда больно. Прости. Я уже давно простила. И отпустила. Маришка, ты человек! Мариш, привет. Привет. Ты уже слышала? Да. Ты представляешь, какой ужас? Я ведь ее нашла. Слава богу, что жила. А чем ее ударили? Да, если честно, я понятия не имею. Там следователь обыскался, я думаю, нашли чем. Ладно, я пошла. Слушай, подожди, я хотела еще спросить, как ты, Елена Павловна-то наша? Получше, спасибо. Знаешь, я просто вообще так испугалась. Она прям побледнела вся, говорит, мужа своего покойного увидела. Говорят, в молодости красивая пара была. Молодости? Угу. Кать, ты молодец. Пока. Да-да. Лев Антонович, можно? О, Мариночка, проходите, присаживайтесь. Здрасте. Я пришла к вам, потому что у меня разговор не для ушей, Елена Павловна. Что, опять видение? Нет. Я просто подумала, а что, если я бы нашла человека, похожего на Юрия, и познакомила его с Еленой Павловной? Не будет для нее это ударом? Да нет. А зачем это вам? Ну, мне кажется, она как-то перестала бы так сильно тосковать. Он бы иногда приходил в театр, они бы общались. Ну, может быть, как-то это взбодрило ее. И как вы ее собираетесь искать? Ну, очень просто. Я возьму фотографии молодого Юрия у Елены Павловны, попрошу одного моего знакомого журналиста напечатать в газете, и, может быть, он откликнется. Ну, наверное, это может сработать. Просто она в театр не собиралась. На работе кто-то не смог, и она пошла. Выпейте воды. Одна? Да. На видео видно, что рядом с Мариной идет мужчина. Скажите, она могла в театре или около него встретить знакомого? Вполне. Маша ведь такая открытая была. А парень ее был? Да. Работает инструктором в фитнес-клубе. А как зовут, не помните? Петр Борисов. Угу. А она где работала? В кафе на Зеленом проспекте. Вы знаете, в тот день в театр должна была я пойти, но у меня ребенок заболел. Я предложила билеты Маше, она пошла. С телефона Марии был звонок на ваш номер. Да, она мне звонила, делилась впечатлениями о спектакле. Спектакль-то ей понравился, а вот актриса, игравшая Джульетту, показалась Марии немного старовато для этой роли. Thank you.
Где я? В больницу. Вас ударили по голове. Ну, не сильно, слава богу, так, вскользь. Вы ничего не помните? Кто вы? Так. Я шучу. Я помню, кто вы. Скажите, меня тоже маньяк, да? Я не знаю. Вы хоть что-нибудь помните? Ну, что-нибудь я, конечно, помню. Я была у Елены Павловны, забрала фотографии. Какие? Фотографии ее покойного мужа. Ага. Я хотела их оцифровать. То есть, вернее, сказала, что хочу оцифровать. А на самом деле, спасибо, хотела напечатать в кассете. Зачем? Ну, чтобы найти того парня. Я же вам говорила, что он как две капли воды похож на покойного мужа Елены Павловны. Дайте мне сумку, пожалуйста. Спасибо. Ой, они пропали. Точно? Точно. Что-нибудь еще пропало? Да нет, все есть, фотографий нет. Кто-нибудь, кроме вас и Елены Павловны, знал об этих фотографиях? Только Лев Антонович, это участковый врач Елены Павловны. Вы думаете, это Лев Антонович меня... Ну зачем? Может, не хотел, чтобы фотографии попали в прессу? То есть вы думаете, что он знал этого парня? Так, первый раз этот парень появился в театре, правильно? Так. Это могло быть просто совпадением. А второй раз он появился в поликлинике. Угу. И как раз в тот момент, когда Елене Павловне делали кардиограмму. Он мог знать это только от Льва Антоновича. Он должен думать, что вы так и не пришли в себя. Что? Что? У меня идея. Слушай, я уже офигел от ваших идей. Да подождите, вы же меня еще не выслушали. У нас ведь нет никаких улик против него, правильно? Нет. Значит, нам нужно поймать его на живца. Ну, хорошо. А дальше что? Ну, а дальше? Я позвоню доктору и попрошу его, чтобы он к нам приехал. Так он же узнает ваш голос. Не узнает. Алло, Лев Антонович, здравствуйте. Это Елена Павловна. Что-то у меня сердце прихватило. А завтра ехать к нотариусу насчет завещания. Вы не могли бы ко мне подъехать? Укольчик сделать. Дверь я оставлю открытой. Спасибо, милый вы мой. Жду. Ну, а теперь дело техники. Елена Павловна, вы дома? Да-да. Елена Павловна? Да-да. Как же вы так? У нас же все уже было хорошо. Лев Антонович, вы слышали новость? Напали на нашу Мариночку. До сих пор не может прийти в себя. Придет когда-нибудь. Дай-то Бог. Ведь я и собралась квартиру отписать. Да, вы знаете,
Повезло Мариночке. А то у меня нет ни отца, ни матери. Да что же это, как же? Да, очень простая история. Мой папа бросил маму. Еще до моего рождения. Влюбился и ушел к балерине. Мать не пережила и спилась. Меня бабка воспитывала. И тогда я решил найти отца и отомстить. Но, к сожалению, он уже умер. А женщина, из-за которой рухнула моя семья, жива. А что вы собираетесь мне сделать? Укол адреналина в вашем состоянии спровоцирует инфаркт. И никто не узнает, что это было убийство. Помогите! Стоять! Руки! Помогите! Руки! Руки на стол, быстро! Держи, держи, держи. Что? 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 Кто здесь? Что? Так. Кто? Кресло, давай. Сел в кресло, быстро! Скажи спасибо, что не дали тебе грех на душу взять. Дали. Значит, вы сын Юрия? Мариночка, это вы? А почему тогда? Марина, назад! Антонович! Да потому что моя мать Антонина! Значит, тот молодой человек, это ваш сын? Понимаете, я однажды на вызове пришел и видел... Тихо! Фото моего отца! И такая меня злость взяла, что мы всей семьей ютимся в этой однушке, а эта бабка шикует в этой антикварной хоромах, не знает кого-то, все отписать! И вы решили свести ее с ума и потом завладеть наследством? Ведь квартира принадлежала и вашему отцу тоже. Так, спокойно, секундочку. Да тоже, да. Другие женщины, это тоже вы? Нет, вы знаете, вы, пожалуйста, это чужие подвиги не приписывайте. Я просто использовал эту ситуацию, чтобы все подумали, что это нападение на Марину. Очередная вылазка маньяка, понимаете? Я не профессионал, я не рассчитал силы, к сожалению. Спокойно, понимаете, я как-то слабо ударил. Минутку. Спокойно. А сын? Знал про эту тетю? Нет, что вы, сын, нет. Игорь, он ничего не знал. Я Игоря попросил просто, чтобы он пришел в театр, ну, чтобы он посмотрел это расписание этих спектаклей. А в госпитале, то есть в поликлинике, чтобы он... Понятно, в кабинет водитель, кардиолога. Водитель. Пожалуйста, все, не пока, трогайте давай. Игоря. Нет. Хорошо же вы меня разыграли. Талантливо. Фу. Ну, вынужден с ним согласиться. Марина. Марина. Простите. Все хорошо. Все хорошо, простите меня. Слушайте, я должен вас попросить. Пожалуйста. В это дело все-таки больше не лезть. Хорошо. Но я хочу, чтобы Елена Павловна познакомилась с внуком Юрия. Мариш. А? Так что за сюрприз? Скоро узнаете, Елена Павловна. Терпение. Здрасте. Елена Павловна, познакомьтесь, это Игорь. Игорь, это Елена Павловна, это жена моего дедушки. Елена Павловна, это Игорь, это внук Юры. Боже мой. Одно лицо. Как же так? Ведь мы не знали. И Юра не знал. Ведь если бы он знал, разве бы он от сына отказался? Ему никто ничего не сообщил. Миленький ты мой. Ты ведь не исчезнешь. Не так много.
надо тебе рассказать. Нет, Лена Павловна, не исчезну. Пожалуйста, называй меня бабушкой. Хорошо, бабушка.